Приветствую всех у себя на канале, с вами снова Йола, и сегодня я скажу и покажу, как все-таки установить мод на Доки Доки Литературный Клуб. Переходим на паблик и выбираем любой мод, который по вкусам вам больше нравится. После этого вы должны скачать файл на русской версии или на английской версии. Если вы хорошо знаете английский язык, то смело скачивайте этот файл. Если вы плохо знаете английский язык, то внизу есть описание на перевод. Скачивайте его и устанавливайте на рабочий стол. Обратите внимание, что некоторые моды еще не приведены. Следует еще немного подождать, когда их приведут. После того, как мы все установили, все сделали, мы заходим в папку Steam, Steam Map, Common, Doki Doki Литературный Клуб и пихаем файл, который мы скачали. Скачиваем русификатор для перевода мода. Если вы хотите один перевод на русский, то скачивайте один русификатор. Прочитайте инструкцию перед тем, как пихать файлы куда-либо. После этого вы можете наслаждаться игрой. Если это видео вам помогло, то подпишитесь на канал, поставьте этим видео лайк и не пропускай много в моей группе ВКонтакте, где проводится много разных всяких плюшек, а также я провожу разные стримы на разную тематику. Если тебе это интересно, то заходи, подписывайся. Буду тебя очень ждать на стриме, удачи и пока!